Первый сезон сериала «Дядя Лёша» состоял из 8 серий. В нем главные роли сыграли Тимофей Трибунцев, Анна Уколо, Сергей Лавыгин, Хитак Хинчагов, Елизавета Хомякова. Взять Анну Уколову на роль директрисы было затруднительно, поскольку сейчас актриса находится на пике своей популярности. Ее часто зовут сниматься в комедийных лентах. Не так давно она стала одним из главных героев криминального сериала «Престиж», где она исполнила роль няни с темным прошлым. Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода второго сезона данного сериала, премьера которого запланирована на середину 2025 года.